Жужа больше похожа на лабрадора. Ей примерно 1,5-2 года. По характеру она активная девочка, неконфликтная. Хорошо входит в контакт с людьми. К окружающим собака агрессию не проявляет. Подойдет семья с детьми. Однако будущим владельцам все же стоит обратить внимание на ее обучение. Жужа ждет своего хозяина. Жужа очень хочет домой.